Сделай свой вечер ярким и особенным. Вот уже как 2 года в Магнитогорске проходят интеллектуальные девичники iMoms. Это место, где каждая девушка, женщина, мама раз в месяц может отдохнуть от повседневных забот, пообщаться с подругами и провести время не только весело, но и с пользой. Каждый раз новая шоу-программа, диджей, фотозона, профессиональный фотограф, а также множество розыгрышей и подарков. Подробнее расскажем далее. Перед началом мероприятия в фойе царит атмосфера праздника, красоты и женственности. Около 150 девушек в красивых платьях собрались не просто приятно провести вечер, но и прокачать свои знания. Такое очень интересное мероприятие, когда мы можем собраться подружками, встретиться, поболтать и размять свою логику, да, посмеяться, повеселиться и поучаствовать в конкурсах. Это бывают, например, вопросы на внимательность. То есть нужно посмотреть тот или иной видеоряд и запомнить, но тебя об этом не предупреждают, и потом задают вопросы, а что ты видел? И потом понимаешь, а видел ли ты вообще, и где ты в этот момент был. Интеллектуальный девичник iMoms – это мероприятие, на которое может прийти любая девушка старше 18 лет, отдохнуть с подругами и сыграть в интересную игру. Встречи всегда проходят по-особенному, каждая из них со своей тематикой. На девичниках каждый месяц собираются порядка 100 девушек. Также организаторы проводят и корпоративные игры. Игра наша заключается в интересных вопросах, интересные раунды. Также между раундами мы разыгрываем призы, подарки. С нами сотрудничает большое количество спонсоров. Всего девушек ожидают 5 раундов. В каждом разные вопросы и испытания. А в конце игры интересная шоу-программа, награждение, множество призов, песни и танцы. Мы активно работаем с Евгенией. Она предоставляет для наших многодетных, для наших подопечных фонда билеты на игры бесплатно. Организует также для наших подопечных игры, мероприятия. Нашим подопечным очень нравится. Это новый формат, который мы попробовали в 2022 году. Всем в восторге, всем очень нравится. Интеллектуальные девичники пользуются спросом. Это доказывают восторженные отзывы участниц. Международный проект реализуется в Магнитогорске вот уже 2 года. В честь этого организаторы устроили для девушек настоящий праздник. Участие в интеллектуальном девичнике могут принять все желающие. Для этого нужно лишь собрать команду от 4 до 8 девушек. В конце по баллам выявляют 3 команды победителя. Все эти участницы получают памятные подарки. Игры разума проходят раз в месяц в кафе-баре «Биография» по адресу проспект Ленина, 132/3, с 16 до 20:00. Записаться на игру можно в социальных сетях, либо позвонить по номеру телефона. Ольга Аникина, Лада Дубовик, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.